Так, еду приготовила, диски убрала. Теперь осталось одно. Трансформация! А? Какой ослик? А зачем это? Лина, привет! Ну, пошли! Ну что, опять вышибли? Опять? Почему? Как только приходит Лина, они выгоняют меня. Скажу честно, как только приходит Лина, ты становишься агрессивным. Неужели я качаю мускулы? Какой ослик милый! Мне не нравится мой салат. Тогда надо уничтожить его. Теперь я нравлюсь тебе. Ин? Янь плюс Лина. Но есть какие-нибудь планы? Только это. Позвони мне! Послушай совет старого одинокого человека. Хочешь понравиться девушке? Стань ей другом. Таким же другом, как Ин? Угу. Ну, ладно, попробую. Вы руки мыли? Ого. Если вам не повезло, придут на помощь Инь-Янь-Йо. Инь знает, как магию применять, а Яню сноровки и силы не занимает. Я бью, я колю! Ла-ла-ла! Времени даром они не теряют. Мастер Йо их всему обучает. Карл! Иду, мама! Инь-Янь-Йо, автор идеи Боб Бойл. Какой размер вы носите? Примерный Янь. Режиссеры Тед Кольер и Джон Фонтейн, авторы сценария Айдреа Тенбош и Стив Мармел. Как думаешь, куплю я сегодня новое покрывало для своего нового пони? Честно говоря, ничего не могу тебе сказать. Янь? Привет, леди. Не обращайте внимания, я хочу подобрать салфетки для своего меча. Не верь, Лина, это ловушка! О, я знаю. Я наперед знаю все его хитрости. Смотри, что сейчас будет. Йо, Роджер, Джуниор! Салфетки? Ха, вуфу только для девчонок. Да, подавись ты этой салфеткой! Я хотел сказать, что когда нечего есть, можно салфетку пожевать. О, друг, ты подкаблучник. О, нет, ты серьезно решил измениться? Ну, возможно. А я нужен тебе? Нет, мы обойдемся. Тогда я принимаю твой вызов. Если ты сутки проведешь мирно, я всегда буду говорить тебе который час. Неужели такое возможно? Это, наверное, магия. Между прочим, 11:30. Вы слышали? 11:30! И это сказала мне девушка. Сейчас уже 11:31. И как могла девушка сказать этому болвану время? Очень странно, сэр. Отлично. Теперь этот придурок от Вуфу занят только девушкой, и ему не до нас. Значит, сейчас самое время отомстить. Но сначала... волшебный шар! Действуй! Пассаж. Какие прикольные игры! Надо же, тут и тихий убийца, и мотогонки 3, и легендарный Крэглендер! И ты собираешься играть в них? Ни за что! Я буду играть в то, во что будешь играть ты, потому что я хочу стать примерным. Может, поиграем в танцующую девушку? Давай! Зажигай! И тебе это нравится? Конечно, это тоже карате, только без резких движений. Нет! Держите воров! Они не заплатили за чистящие средства! Мы знаем, что мы воры. Чи-ху-ва! Это всего лишь пылесосы. Кому они нужны? Если хочешь знать, сейчас 2 часа 45 минут. Знаешь, кому они не нужны?
Мне? Ты уже достал меня! Вы были правы, хозяин. Парень так увлечен девушкой, что даже пальцем не пошевелил. Отлично. А сестренка следит за братом, и ей будет не до меня. Это значит... О, минутку. Да. Так. Это значит, что пора начинать вторую фазу. Если Лэри будет так относиться к Лайзе, мы объявим ему бойкот. Согласна. А ты как думаешь, Янь? Подожди. Долго это будет продолжаться? Ты что-то сказал? Помогите! Опять эти негодяи! Янь, я думала, ты стал другим. Но если хочешь драться с ниндзя, дерись с ниндзя. Но ведь я должен продержаться только 24 часа, а они еще не кончились. Как хочешь. Это твой выбор. Твой выбор. О, ради любви. Сделаю. Поле-фу! Что за черт? Это полировка для антимагического щита. У надежной защиты против магии Вуфу. Очень интересно. Да, и очень дорого. Вот почему мы воруем. Да я почему рассказываю тебе? Я же вор. Вор? А? Надо же. Они удрали. И я их не задержала. О, Ин. Насилие не всегда выход. Не скажешь, который час? Скажу. 4:13. Эй, Янь, что ты сегодня сделал? То же, что и ты. Пил лимонад, сделал педикюр и пальцем не тронул ни одного придурка. Вот, молодец. Ты становишься примерным мальчиком. Да, он становится слюнявой девчонкой. Инспепелить! Ты не можешь постоять даже за себя. Теперь сестра защищает тебя. А! Если позволите, я пойду отлуплю кого-нибудь. Эй, отдыхайте. Ну как, нравится? Нравится. Ну а эти цветы? Красивые. Странно. Что? Ты всегда был несносным, а сейчас изо всех сил стараешься быть паенькой. Привет, жалкие гнусные людишки этого города. А он не такой противный. Мне он не нравится. Он хочет, чтобы город был чистым. Это похвально, но... Тихо! Этот город давно утонул в грязи. Я приучу вас к чистоте. Насильно! Ой, стоп. Это фастидиоз, вот негодяй. Похоже, все эти кражи они совершили для этого чистоплюя. Я хомячок, болван. Инспепелить! Держи меня, сестра, или уберите его с глаз долой на оставшиеся 4 часа 8 минут. Что за... Трансформация! Конечно, это дорого, но игра стоит свеч. Что происходит? Сейчас увидишь. Этот щит защищает меня от твоего дурацкого Вуфу. Я уже давно собирался почистить тебя! Как следует. Теперь будешь чистая! Янь, если хочешь понравиться девушке, стань ей другом. И постарайся не потерять себя. Эй, вы уже говорили мне это. Мне не нужно напоминать. Я не напоминаю. Я пришел сюда купить печенье. А теперь надо побыстрее спрятаться. Бежим! Теперь оставь меня. Да, конечно. Все в порядке, Янь! Это ванна! Ванна поневоле! Я переживу это! Куда это ты собрался? Знаешь, я люблю тебя. Может, больше, чем ты достойна? О, нет, неправда. О, да, правда! Что делать? Я такой, какой есть. Но знаешь что? Я неплохой парень! И если у нас не ладится, то проблема в тебе, а не во мне. Между прочим, если мне надо узнать время, я куплю часы! Ты так просто не отделаешься от меня! Ей не надо!
Чи-ху-ва! Что? Что ты здесь делаешь? Что делаю? Использую вуфу, чтобы намылить тебе шею! Это зелье хорошо против девчонок. Да, я знаю, оно сильное. Я пробьюсь через щит, сестра, давай! Трансформация! Нет, ты заплатишь за это! Я знаю, вот чем я отплачу тебе! Вряд ли у тебя получится. А? Ты, возможно, не герой моего романа, но ты мне очень нравишься. Стоп! Он я нравится тебе? Я ненавижу тебя гораздо меньше, чем вчера. Сейчас 6:45. Она сказала мне время! Сейчас уже 7:30. Эй, чепуха! Неплохо ты избавил нас от негодяя и завоевал девушку. Это уже что-то. Да, я понял, что мне не мешает стать более разумным. Ин? Врежь ему! Опасный кредит. Режиссеры Марк Экланд и Джон Фонтейн. Авторы сценария братья Кейс и Сип Вентрес. Я уже освоил это. Прибавка стипендии мне гарантирована. А если я научусь использовать инферно, чтобы воспламенять предметы, мне удвоят стипендию? Спокойно, ребята. Не будьте такими самонадеянными. Что это значит? Не давайте обещания, которые не можете выполнить. А? Разве я не умею воспламенять предметы? Инферно! Ты промахнулась! Оп, я туда не целилась. А! Все равно, это удача. Может, на сегодня хватит? Но я воспламенила дерево! Похоже, она совсем обалдела от счастья. Мы получим прибавку к стипендии? Да. Я удвою ее. Ура! Стой! Какая прибавка? 2×0 — 0. Проклятая математика! Все ученики имеют деньги на карманные расходы, а мы ничего! Ты прав. Я не могу даже купить фарфоровые бусы для моего пони. Хочешь, чтобы меня вырвало? Вот что. Если вы моете тарелки, я увеличу вам стипендию. Все равно будет 0. Тогда зачем мы здесь? Я люблю домашнюю работу. Проклятая математика! Я хочу покупать все, что мне хочется. Неужели это так сложно? Это вполне возможно. Привет, я представитель супер-мега-маркета. Правда? Здесь? В нашем городе? Долой математику, мы на все согласны. У нас огромный выбор самых современных игр. Класс! Есть обувь, одежда, что угодно. У нас нет денег, но все равно хорошо. Я знаю, что у вас пустые карманы. Вот вам. Нам кредитные карты? Это невероятно удобно. Вопрос, с какой стати? Я думаю, вы поймете, кто ваш настоящий друг. Бросите ваше дзюдо и перейдете в нашу школу. Что? Ничего, надо только поставить свою подпись и удачных вам покупок. По рукам! Ну, спасибо за вашу... Ура! Как называется этот... Ну... Супер-мегамаркет! Добро пожаловать в наш супер-мегамаркет. Мы рады, что вы нашли время и пришли к нам на презентацию. Потрясающе! Построили за ночь! Прямо рядом с нашей школой. Думаю, здесь не обошлось без нечистой силы. А как вкусно пахнет? Нельзя ходить в магазин на пустой желудок. Фу, портация! Не знаю, с чего начать. Ну, начну с тебя. А? О! Сдается мне, что нечистая сила уже здесь поработала. А! Как только я съем свой бамбук, я займусь этим... Все идет, как запланировал Суперлось. Хо-хо-хо! Правда? Ты все спланировал? Это я создал супер-мега-карты! И твой кофе появился не просто так! Тихо. Пойдем, ребята. Покупайте все, что хотите. Мастер тьмы даст вам возможность расплатиться за все. Хо-хо-хо! О, какое горе! Это заразно!
Когда мастер Йо все узнает, он разорвет на части нас и эти карты. О, боже, ты права. Займемся покупками! Какой размер вы носите? Вы имеете в виду обувь? Обувь! О, у меня 4,5. О, боже! Какие прикольные комиксы! Разве я бы их купил? А можно я возьму «Смерть обезьяны», «Игру судьбы», «Крик в ночи» и «Случайность»? Да, пожалуйста. А они прямо за вами? Вам нужна сумка? Забыл купить соль. Здесь есть все. Это прямо ловушка. Нужно быть осторожнее. Эй, осторожно! О, боже мой! Серьги, платья. Оружие, книги, видеоигры. Лирическая поэзия, дамское белье. Он построен специально для нас. Мне все, пожалуйста. Будь осторожна, а то ты превысишь сумму кредита. Это совсем недорого. Ладно. Потрясающе. Вы истратили всю сумму кредита за 6 часов. Спасибо. Это не комплимент. Проклятая математика. У вас есть деньги оплатить свои долги? Конечно нет. А можно нам увеличить сумму кредита, а? Вам придется обсудить это с... президентом банка. Почему вы так разговариваете? А как? Президентом банка. Будто угрожаете. Так оно и есть. Мастер тьмы! Чихуа! Инферно! Оно не для этого. Игрушки, одежда, обувь, сладости, куклы, видеоигры и прочее. Вы можете все это себе позволить при условии, что вы будете служить мне. То есть бесплатно? Я не запомни, у каждой вещи есть своя цена. Ну что дальше? Проклятая математика. Вы, должно быть, невнимательно прочли свой контракт. А вы подписались там, где сказано, что все права на вас принадлежат нам. То есть все то, чем вы владеете, принадлежит теперь только Суперлосю. Суперлосю? Супер-мега-маркет, супер-мега-карты. Разве вы сразу не поняли, что это значит? Они не совсем понимают слово «долг». Но ради нашей дружбы я объясню вам. Еще рано! Проценты начисляются только на следующий день. Янь, ты знал это? Конечно нет. Мы должны найти выход из этого положения. Если мы вернем все до 5 часов, мы им ничего не будем должны. Они закрываются в... 15 минут, Янь. Бежим! Живо, живо! Мы должны помешать им сделать это. Действуй! Остановите их! Мы должны действовать командой. Один возвращает вещи, другой прикрывает. Я покажу им! Чихуа! Привет, я хочу вернуть это. Нет. У меня чек. Четвертое дело. Живо, живо! А как вы думаете вернуть съеденные конфеты? Ин, говори! Фарфоровое ожерелье для пони! Я даже не прочел их! Быстро, быстро, быстро! Прощайте прикольные рассказы о настоящих мачо! Прощайте дивные стихи о любви! Это все? Да, это все. Нет, это не все. Я забыла.
Ин, воспламени этот документ, и мы выйдем отсюда. Вам придется доплатить за ожерелье 10, 9... 5 монет. Сейчас. 6, 5. У меня есть 3 монеты. У Ин 2. 3 + 2 равняется... 5! Давай, давай, Инферно! Спасибо, математика. Вы должны мне все вернуть. Вы еще в супермегамаркете, и здесь я хозяин. Стоп, вы хозяин? Я хочу написать жалобу. На помощь. Вы дали нам стипендию? Во-первых, вы отлично научились управлять энергиями. Во-вторых, вы изучили математику. И в-третьих, вы поняли, что нельзя покупать вещи, если у вас нет денег. Значит, у нас 4 заслуги. Хм. О, боже. Теперь я удвою все, что вы имеете. Проклятая математика! Композитор Майк Тавера, продюсер Тони Филлипс.